make you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале вместе со своей новой татуировкой. Я думаю, что вы видите впервые сейчас, во-первых, мое новое тату, во-вторых, меня вот с такой вот прекраснейшей штучкой на носу. Я сделала ринопластику, мне исправили кривую носовую перегородку, возможно, вам она была незаметна, но для меня это было очень важно, поэтому сегодня с такими всякими изменениями я возвращаюсь на свой YouTube-канал с отсутствием где-то 2 недели, даже чуть-чуть побольше. И возвращаюсь я с влогом, где показываю вам свою жизнь. Я знаю, как вы любите подобные ролики от меня. Я думаю, что до влога выходили еще какие-то видосы у меня на канале. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Но у меня был такой период, когда я немножечко потеряла себя. И у меня совершенно не было мыслей и желания показывать свое не очень хорошее настроение вам через камеру. Поэтому я подождала некоторое время, когда настроение мое повысится, и теперь я возвращаюсь на свой канал с огромным количеством новых идей и желанием творить. Сегодня, и не только сегодня, я буду снимать для вас влог, целую неделю показывать, как я живу, показывать вообще, что в моей жизни происходит. Я решилась на это наконец-то вообще. Я просто обожаю снимать для вас влоги, вы это прекрасно знаете, просто я всегда ищу подходящий момент, когда в моей жизни происходит больше всяких интересных вещей, чтобы вам было на что посмотреть, а не просто проснулась, сняла видео, позавтракала и пошла гулять. В общем-то, сегодня я вместе со своей семьей, моя мама улетела в Челябинск по определенным обстоятельствам, я вместе с Русом, вместе с папой, вместе с Полиной, с моей сестрой и с моей собачкой Милой отправляемся на дачу, будем готовить шашлыки, будем отдыхать, к тому же на улице очень хорошая погода. Вот, также я записала в заметки: впереди нас ждет новый маникюр, ответы на вопросы, возможно, какая-то фотосессия. Я схожу на снятие вот этой вот штучки с носа, так сказать, специальных липких пластинок. Также у меня в носу стоят пластинки, из-за которых вы можете заметить, что я до сих пор чуть-чуть разговариваю в нос. Также я настроена за эту неделю похудеть на 3 килограмма, и я буду вести специальный счетчик, так сказать, и показывать вам каждый день, сколько я вешу, вставать на весы. На даче, правда, весов нет, но я думаю, что возьму с собой. В общем, просто будет вестись, так сказать, мой весовой предел. Не знаю, правильно сказала или нет, но вы меня образно поняли. Я надеюсь, что за эту неделю у меня получится похудеть на 3 килограмма. Я буду показывать вам, как я худею и вообще, что происходит в моей жизни. Поэтому искренне надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, не пропускать премьеры и вообще следи за моим каналом, потому что совсем скоро будут видео выходить чуть ли не каждый день. А я стараюсь снимать для вас очень много контента. Сейчас я потихонечку собираю вещи, и мы выезжаем на дачу. Я желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Поехали! Поехали!
Итак, ребятки, прошел примерно час. Полина вчера себе, кстати, отстригла вот такое вот каре. Теперь у нее супер короткие волосы, но мне кажется, ей, не кстати... Супер. Ну, почему супер, я бы сказала? Волосы-то коротковатые такие у тебя. Я уже собрала вещи, мы уже готовимся выезжать. Тут лежит Рус, занимается своими делами. Также вот у меня в сумочке всякие витаминчики, специальная баночка, кружечка, так сказать, которую я взяла, чтобы делать всякие себе лимонадики со льдом, потому что сегодня будет хорошая погода. Семена льна, чтобы растворять в воде и чтобы наполнять свой желудок, если я вдруг буду голодна. И шортики, которые я сейчас переодену. А Полина у нас вся такая на белом стиле сегодня, да? Нет. Полина, оцени свое настроение по 10-бальной шкале. 1. Почему 1? Ладно, 10. Я хотел сказать 11. А ты, Руш, что скажешь? Какое твое настроение сегодня? Я скажу, откуда ты взяла, что сегодня хорошая погода, если сегодня 20 градусов на улице. 20 градусов? Да? Ура, я могу худи одеть. Ну, я не смотрела, я была уверена, что хорошая погода. Ну, а твое настроение по 10-бальной шкале какое? Как погода. Как погода? Неожиданно. Понятно. Для тебя неожиданно. Из-за того, что сегодня, оказывается, на улице прохладно, я решила переодеться, надела вот такой вот костюмчик с свитшотом и шортиками фиолетового, такого даже лавандового цвета, я бы сказала, и мы выезжаем. Все, в общем, ребятки, я вот так вот сумочку свою на плечо повесила, вот Рустамчик с арбузом с большим, вот вещи, которые нам нужны, Милочка в специальной переноске, Полина и папа. Мы приехали, ребятки, до продуктового магазина, который находится в 5 минутах езды от нашего поселка. И будем покупать мясо для того, чтобы сегодня вечером приготовить шашлык. Или даже днем. Тут такое помещение прямо на трассе находится. Сейчас я вам покажу. Там папа с Русом уже выбирают, что они сегодня, так сказать, по-мужски сегодня будут для нас готовить. Вон они там, два красавчика. Также мы сейчас закупаемся продуктиками, пока папа там оплачивает мясо. В общем, вот такая корзина у нас в итоге получилась. В основном со всякими вредными штучками, но это я кушать не буду, это Руз взял себе, да? Нет. Папа, мы в итоге наш дом будем как-то перекрашивать? Мы будем, да, там есть что пока делать, он нормальный, беленький, то есть потом мы хотим, я хочу где-то кирпичик, где-то этот, ну, чтобы это архитектор прям нарисовал и сделать его как каким-то красивым. Мила приехала на дачку! Такая вот у нас тут обстановочка, ребятки, приехали. Погода по сравнению с Москвой великолепная. Сейчас будем затаскивать вещи. Рус с Полиной сразу налегнули на лаваш. Вкусный лаваш? Только из печи свежий. Я тоже сейчас что-нибудь себе возьму, какой-нибудь персик перекусить. Посмотрите, ребят, я взяла себе малинку. Милка уже целится, смотрит, тоже хочет. Сейчас буду кушать. Так, ребятки, сейчас я вам покажу, как мы обустроились. Я совсем забыла вас взять, как мы гуляли, показать. Мы выходили с Русом, с папой и с Милкой прогуляться. Папа показывал Русу поселок. Я поднимаюсь на второй этаж. Сейчас покажу вам местечко, точнее комнатку, где мы сегодня с Русом остаемся. Не в нашей с Полиной комнате. Мы остаемся в папином кабинете. Тут будет раскладываться диван. Такая тут атмосфера. Разбросаны пока что мои вещи. Вот я только что переодевалась, кстати, в шортики. Сейчас я вам покажусь. И в топичек. Вот так вот я выгляжу. Все по цветам красивенько сочетается. Вот так вот я буду сегодня весь вечер выглядеть. Сверху что-нибудь накину, когда уже будем готовить шашлыки, потому что на улице прохладно. Быстренько покажу вам, что я с собой взяла из уходовых средств. Остальное тут таблетки. Утренние, дневные, ночные. Вечерние. Это мой любимый крем для лица от Lancome. Мне его подарила в качестве извинения девушка, с которой у меня не состоялась фотосессия, потому что она опоздала и просто проспала. Это такой ароматический спрей, который я обычно использую после душа, решила перевести на дачу. И вот это я перелила тоник в маленький бутылек, тоник от Nivea. Это все, что я с собой взяла на один день. Также покажу вам, как сейчас обстоят дела у Полины в комнате. Полина купила себе вот такую вот специальную волосовыдиралку, так сказать, восковую, которая нагревает воск, плавит его, и ты наносишь на тело и вырываешь волосы. Полина
мне так уже на ногах волосы выдирала, которых и так нет. Сегодня еще раз повторим обязательно. Она только что с папой сидела, папе на руке, на пальцах волосы выдирала, потому что Полине очень нравится заниматься этим процессом. Вот так вот выглядит наша комната сейчас. Полина разбирает до сих пор вещи, еще до конца их не разобрала вот в такой вот сумочке. И кушала мармеладки. И видно, что Полина покинула эту комнату совершенно недавно. Я только что достала 3 мармеладки. Сейчас их скушаю. И вот как раз таки эта штучка, которая плавит специальные шарики восковые. Полина отключила сейчас из розетки. Мы вчера с Русом купили арбуз. Папа сейчас его нарезает. Видно, что он очень сладенький. Свеженький, вкусненький. Еще мы его поставили под кондиционер, так как арбуз настолько большой, что он не помещается даже в холодильник. Поэтому сейчас будем кушать. Пока Карина не видит, я взяла ее камеру и просто хотела вам сказать привет, потому что я очень давно не снимала сама на ее камеру, особенно втихаря от нее. Кстати, она вон там сидит, а Рус заснул. Вот так. Ребят, уже наступил вечер, я с голодухи совсем забыла снять для вас шашлык, который приготовили Рустам с моим папой. Это индейка, и мы еще сейчас будем делать крылышки, также скоро совсем уже будет дождь. Вот, и мы готовимся сидеть на верандочке, я сейчас заварю чаечек, и у меня будет сегодня вечерний кайф. Сейчас я вам покажу, какая у нас тут царит атмосфера на верандочке уже под вечер. Тут неоновая вывеска, ребят, с моего 18-летия, посмотрите, Аракелян пати. Чисто, чтобы люди ходили и видели, что у нас тут Аракелян тусовка. Сидим, милочка. Я всем запретила включать музыку, потому что у меня болит голова. Я уже допила кофе и сижу вот тут вот, укрываюсь пледиком. Я надела папину кофточку, Полинка сзади сидит и моя собачка еще. Посмотрите, какая картинка. Можно прям скриншоты делать, как это все красиво. Впереди костер, мангальчик. На завтра, на утро приготовим еще крылышки. В общем, просто красота. Мне еще принесли кофе вторую. Она меня попросила притвориться, типа я ей принесла. На самом деле я тут сидела. Нет, я попросила подержать, пока я камеру достаю. В общем, у меня вот такой вот кофеечек. Милочка перебралась уже ко мне. Сейчас придет Рус и папа. Я похожа на бабушку, потому что напялила на себя 100 одежек, 100 застежек. Но я на максимально дачном вайбе. Мы с Русом гуляем. Он держит мой чаечек, который я себе налила. Рус не стал пить. Такой-то неразговорчивый даже с подписчиками. Скажу хоть пару слов. Пару слов. Пару слов, в общем. Короче, мы гуляем. Погодка такая хорошенькая прям. Ни холодно, ни жарко. Ну, в той одежде, по крайней мере, в которой я сейчас. Посмотрите, ребят, как тут красиво и тихо, потому что мы приехали в будний день. Ручеек, тишина. Я бы тут, конечно, сейчас сняла страшную историю, но я еще не заходила в директ и не читала некоторые истории, которыми вы делились, поэтому нужно в скором времени это сделать. А еще, ребят, посмотрите, какая красивая радуга. Камера не так передает, но она очень красивая в жизни. Супер атмосферно. И недовольный Рус разбавляет картину. Ну встань на фоне радуги. Картина маслом. Рус и радуга. Ауф. А еще у нас максимально такой атмосферный вечер. Отрубило в поселке ни с того ни с сего электричество, свет. Вот, поэтому везде теперь ходим с фонариком. И я сейчас буду искать свечки, чтобы было больше атмосферы. Такой приятненькой. И уже будем ложиться спать. Доброе утро, ребятки, как ваше настроение? Я, к сожалению, сегодня не знаю свой вес, завтра смогу вам уже сказать. Я проснулась раньше всех, буквально полчаса назад уже спустился папа, я пока разговаривала с мамой, сделала неудачно себе кофе, потому что этой кофемашиной на даче я пользоваться не умею. Сейчас сделаю себе кофеечек с помощью папы и буду наслаждаться, сидеть, отдыхать. А буквально днем мы поедем обратно в город и, возможно, сегодня я увижусь со своей подружкой. Вот такая вот у меня тут атмосфера. Открыла окошко буквально на несколько минуточек насладиться свежим воздухом, но на улице, я вам скажу, холодно, поэтому сейчас уже буду закрывать. Вот такая вот тут картина. Я поставила телефон, сейчас снимаю историю. И мне папа наконец-то налил нормально кофе, и я смогу этот весь процесс подснять для вас. Вот так вот это все дело выглядит. Я уже жду не дождусь, блин, когда с носа эту штуку фигню снимут, блин. А вы не представляете, насколько кофе вкусный. Просто с ума сойти. Сейчас буду слушать музычку и наслаждаться. Так.
Итак, ребятки, спустя некоторое время мы собираемся уже ехать в город, потому что через несколько часов начнутся жутейшие просто пробки. Вот, поэтому нам сейчас нужно будет поехать домой. Я сегодня хочу устроить такой релакс-день, посмотреть, возможно, сериальчик какой-нибудь, отдохнуть. У тебя каждый день релакс-день? Нет, у меня не каждый день релакс-день. Нет. А еще мы с Русом доедаем арбуз, потому что его некуда девать. Мы тебе не дадим. Да. Мы с Полиной не поделимся, это наш арбуз. Короче, ребят, прикиньте, меня в машине резко начало укачивать, когда мы ехали домой, и это было просто по непонятным причинам. Какое-то странное самочувствие меня резко кинуло в жар, и как меня чуть не тряхануло, реально, извиняюсь за такие подробности в машине, поэтому я отходила, как только мы приехали домой, где-то пару часиков. Потом мы заказали из магазина покушать, я съела гречку с курочкой, вот, и я поснимала с Русом тиктоки, мне нужно будет еще зайти забрать сейчас по ссылочку с электронного магазина, я вам покажу, что я заказала, а также у меня потом будет эпиляция, я хожу на александритовый лазер, я вам уже не один раз рассказывала, волос просто нет, они исчезли, и мне это дико нравится, поэтому схожу на эпиляцию, заберу посылочку. Рустам! И вот так у нас проходит каждый день. Рустам! Тренироваться! Да! Нет! Понятно. Так, меня с уверенностью можно назвать арбузная душа, потому что сегодня мы весь день с Русом кушаем только арбузы. Перед дорожкой, так сказать, решили перекусить, поэтому... Не только. Что не только? Не только арбузы. Наконец-то мы с Русом решили прогуляться. Рус, покажи пакетик, который ты несешь. Вот, я забрала посылочку. Вообще, моя основная задача рядом с Кариной — нести какие-то пакеты, либо арбузы. Да, постоянно, когда я что-то покупаю, Рус таскает пакет. У меня борода растет. Рус отращивает бороду. Не отращиваю я бороду, я 2 дня не брился. Я сейчас Руса спалю. Рус вообще-то купил себе специальное средство, которое отращивает волосы. И что? А я сейчас Карину спалю, она сейчас идет на депиляцию. У нее, оказывается, растут волосы. Прикиньте, ребят, оказывается, у девчонок тоже растут волосы. Я как узнал, я вообще... В общем, погода, слушайте, на улице прохладно, я бы сказала. Кстати, ребятки, пока я иду, показываю, что я сломала ногти нечаянно сегодня от нервов. На большом пальце, вот тут вот немножечко указательный повредился. На этой руке пока все целы, а нет, вот тут на указательном пальце. Руса сейчас ехать на студию, он сказал, не снимай, вот что он первый раз в жизни едет на экономе, вон стоит машина. Мне просто спасибо за пакетик. Ехать. 5 минут. Да, 5 минут ему ехать. 5 минут ехать. Я пошла на эпиляцию, ребят. Я надела специальные очечки. Девушка, которая будет делать мне эпиляцию, ушла за беленькой ручкой. Там чертят и закрашивают родинки. И вот так вот выглядит кабинет. Сейчас я вам покажу. Пришла домой после эпиляции, очень-очень уставшая сегодня, что-то я прям вообще капец переутомилась. Сейчас покажу, что вообще в конце концов было в этой посылке. Блин, вы заметили? Я сейчас включу свет, покажу вам. Смотрите, я как будто бы сонная какая-то, без ресниц. Вот у меня выпали ресницы, я их всех потихонечку уже убираю, и у меня такой взгляд без ресниц, мне непривычно на себя смотреть, капец. Короче... Я заказала себе вот такую футболку. Носить дома или не дома под велосипедки. Пивозавр. Мне она очень понравилась. Просто офигенная. Вот такое вот боди. Где вот тут вот будет открыто. Очень-очень красивое боди. Под шортики прям вообще очень красиво будет. Вот такой вот костюм. Так, красные шорты. И красная футболка оверсайз. И наклейки. Это первая часть...
из 3 частей. Ой, мне еще пришла футболка вот такого цвета бежевого, серого. И к ней будут идти шорты. Но это уже будет во 2-й и в 3-й части вещей, которые мне придут. Возможно, я вам покажу, возможно, нет. Но пивозавр — это вообще просто зачетная футболка. А я, ребятки, сейчас буду смотреть сериал «Элита» и убираться в комнатке. Вот такие вот у меня планы на этот вечер. Всем доброе утро, ребятки. У меня оно начинается, как обычно, с кофейка. Сегодня денечек свободный, в принципе, никаких как планов нет. Да нет, не как и всегда. Как в последние дни. В общем, сегодня мы с Русом планируем снять один видос. Обязательно прогуляться, сходить, возможно, в торговый центр и поснимать как можно больше тиктоков. Такие вот планы на сегодняшний день. Сейчас мы будем завтракать. Я завтракать не буду, скорее всего. Вот, вчера мы заказывали, короче, блины из теремка. Я Русу их скормлю. Вот, и будем уже думать, что дальше делать. В общем, ребятки, показываю, что мы заказываем, что нам нужно на сегодняшний день. Вот мой сломанный ноготь. Сейчас я им буду листать все, что мы заказываем. Шницель из индейки, макароны, хлеб, запеканку, которую я скушаю, сырники, питьевой йогурт, актимель, сыр, персики и еще нарезные персики. Это все я сейчас заказываю, и мы будем завтракать. Блинчики решили не кушать. Короче, ребятки, неспроста я сейчас держу у себя в левой руке старый объектив на камеру, с помощью которого я снимала этот влог до этого момента. Произошла очень-очень страшная ситуация, которой я боялась до последнего момента. Пока я готовила Русу покушать, у меня просто-напросто камера упала на пол прямо на объектив, и теперь сама камера не распознает этот объектив. Объектив просто-напросто сошел с ума, слетел с катушек, как-то повредился. И теперь я намерена купить новый объектив на камеру. Вообще, я была очень сильно напугана, потому что я думала, что я испортачила камеру, и она теперь сломана, и мне нужно покупать новую. Да, новая камера сейчас стоит около 80 тысяч рублей, и как бы я не особо готова вот тратить такие деньги, просто потому что у меня упала камера, нужно было бы отдавать в ремонт. Мы спросили у нашего знакомого, он сказал с моей старой камеры переставить объектив, и вот я вернулась, я думала, влог придется просто-напросто прекратить. Сейчас я вам покажу процесс, который происходит, и еще мы сегодня пойдем с Русом за новым объективом. А пока кадры будут вот такие, поближе. Рус уже доедает еду. Я сделала шницель куриный и макарошки. Вкусно? Это что за лицо сейчас было? Ребятки, если вы узнали эту прекрасную локацию, просто знайте, что сейчас мы с Русом только что отсняли очень классный видос. Кто знает друг друга лучше? Как вы думаете, кто победил? Может быть, вы смотрели этот ролик, может быть, не смотрели. Вышел или не вышел, вот в чем вопрос. А еще Рус не знает, когда у меня день рождения. 15 марта. 14-го. Так, ребятки, можете меня поздравить, я купила себе новый объектив и новый штативчик, потому что вот этот штативчик меня сегодня подвел. И представляете, благодаря нему сегодня упала моя камера и разбился объектив. Поэтому я купила новый, мы сходили с Русом буквально на часик прогулялись. Я не могла ничего снимать, потому что тот объектив огромный, и он все приближает, как вы уже поняли, я смогла подснять только фрагмент с кухни. Сейчас моя камера просто офигенно качество теперь снимает, мне так нравится. Моя камера теперь просто идеально выглядит, штативчик новый, я все приобрела. Я безумно-безумно довольна. У меня теперь мотивация снимать ролики еще круче, еще лучше. И сейчас я вам покажу, мне пришла остальная часть посылки, я ее забрала. Сейчас покажу вам, что я купила. На новый объектив вот такой вот огромный пакет. Я сейчас буду по очереди все доставать и вам показывать. Поехали. Это шорты к той бежевой футболке, которую я вам показывала. Вот такие вот шорты. И вот такая вот футболка. Я ее в тот раз не открыла. Это комплектик чисто выйти на улицу погулять. Дальше показываю. Вот такой вот топик, как футболка, но при этом внизу есть такие штучки наподобие лямок.
Очень красиво выглядит. Дальше идут просто шорты. Вот такие черные, длинные, чтобы можно было надеть с оверсайз футболкой и чисто пойти погулять. Дальше идет море наклеек. Я купила их для того, чтобы наклеить на картон, который я специально купила. И потом пришпандорить на пробковую доску. Так сказать, буду сейчас преображать свою комнату. Дальше, ой, вот такой вот огромный туннель. Что-то я переборщила, на размер не посмотрела для моего хомячка. В общем, еще надо будет сейчас в клетке у него убраться. Дальше идет воск для штучки, которая делает эпиляцию. Это я купила для Полины. Сейчас придет Полина. Опять, что-то давно в моем блоге не было. Перемещу камеру. Смотри, я тебе купила воск. Открывай. Открывай. Этот воск, ребятки, специальный для эпиляции. То, что я вам показывала, по-моему, в блоге. Давай я просто открою. Ты спрашивала, какой цвет закажу. Я сказала для Полины, что это будет сюрприз. Посмотри, какая пачка. Тебе на год хватит ее. Две розовые. Да, я, по-моему, брала две. А, и вот вторая, розовая. Рус, тебе не поздоровится. Все, мы у Руса все волосы будем сегодня выдирать. Спасибо, Карин. Не за что. Дальше продолжаем распаковку. Полина уносит воск. А, нет, сидит тут, потому что я еще наклейки взяла. Ты мне наклейки. Прикинь, я что купила. Ты сейчас офигеешь, Поль. Как ты думаешь, что это? Есть догадки? Рус, твои догадки, что это? Плойка для завивки ресниц. Я видела обзор в ТикТоке, я обязательно сниму. Вот так выглядит плойка. У меня как раз все ресницы уже вытраны. Я специально вам говорила, ребят, что я вытираю, блин, все ресницы, которые я нарастила, потому что сейчас я не буду их наращивать. Это я не знаю, зачем я купила. Это, наверное, по ошибке мне положили. Или я в корзину закинула. А, да, я это покупала. Это маленькое колесико для прогулки хомяка. Сегодня попробую. Ой, это тяжелый картон. Ой, Поль, смотри еще. Это не для хомяка, это, наверное, для бурундука, блин. Смотри, я купила вот такие вот деревяшки. Отдай мне. Это на всю жизнь хомяку хватит. Еще 10 потом куплю. Вот такая вот пробковая штучка, на которую я буду наклеивать наклейки на картоне. А свою пробковую доску, ребятки, сзади, которую вы сейчас видите, вот эту, я уберу и прифигачу вот эту. Надеюсь, я не ошиблась. Или ошиблась. Ну, прифигачу, короче, к стене вот эту. Вот такая штучка под комнату. О, это велосипедки. Под топик, так сказать, в обтяжечку. И последнее. А, нет, предпоследнее. Я не знаю, что это такое. Ненавижу так открывать. Но у меня щипчики на все случаи жизни. Ой, ребятки, сейчас какую мне уборку надо будет делать. Я, наверное, сегодня закончу влог. Да, я его сегодня закончу и завтра продолжу. Будет вторая часть. Это специальная штучка для моего хомячка, которая вешается наверх клетки. Вот так вот. И хомяк по ней лазает. И все, теперь последнее, это лакомство для хомячка. Все, я разбираюсь со всем, ребятки, делаю уборку, включаю сериал и возвращаюсь к вам, потому что тут капец мне нужно дело переделать. Так, ребятки, я уже так более-менее навела уборку, мне доставили еду. Я вам, кстати, не говорила, что я питаюсь с помощью еды, которую привозят готовую, то есть там прям на целый день, на 1200 калорий, какие-то десертики, но это не на первом месте, вкусные продуктики, супы. Сейчас я вам покажу, что лежит у меня на завтрашний день по еде и что на послезавтрашний день. Все находится вот в такой вот коробочке. И тут лежит готовая еда, которая, кстати говоря, очень-очень вкусная. Сейчас я разложу и вам покажу, что на какой день. Короче, показываю. На завтрашний день у меня творожный пай с манго и яблоком, бифштекс из говядины с яичным скрэмблом, яблоко запеченное и крем-чиз с шоколадом, салат из айсберга, кукурузы, куриного филе, томата черри и творожного крема, картофельный крем-суп с розмарином. На следующий день каша гречневая с клубникой и яблоками, мусс из тыквы, куриное филе в панировке, суп с гречкой и фрикадельками и салат летний. И вот эта стопка на 1200 калорий. И вот эта стопка на 1200 калорий. На 2 дня еды. Вот. Я пошла смотреть сериал. Ой, ребят, короче, экстренное включение следующего дня. Вы посмотрите просто на мой внешний вид. Я... Мне кажется, сейчас похоже на какого-то монстра в переносном смысле, потому что я всю ночь смотрела сериал «Элита», я вообще не спала. Меня колбасит так, что можно прям с ума сойти, потому что не спать всю ночь — это просто сумасшествие, но я настолько сильно подсела на этот сериал, что сегодня весь день его смотрю, посмотрела уже 2 сезона, перешла на 3, влюбилась во всех актеров, сейчас постелила кроватку, Рус уехал.
у него свои дела, останется на пару недель со своими друзьями. Ко мне приехала бабушка, приехала мама. Завтра я иду на маникюр, поэтому, ребятки, извиняюсь, что сегодня я ничего для вас не сняла. Просто знаете, что я смотрела сериал. Меня уже заколебала эта херня на носу, когда мне ее снимут. В общем-то, я ложусь, смотрю сериал или не смотрю сериал. Я очень уставшая. Доброе утро, ребятки! Как ваше настроение? У меня все просто замечательно. Во-первых, потому что сейчас я поеду на ноготочки, и мне сделают красивые длинные ногти. Я выспалась, наконец-таки настроение прекрасное, и чувствую себя хорошо, насколько же сон все-таки важен в нашей жизни. Я надела свой новый костюмчик, который приходил мне из сайта, который я вам недавно показывала. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот такой вот костюм. Можно заправить футболку, и будет выглядеть еще круче. Самое главное, что это в костюме безумно удобно, и он очень-очень хорошего качества. Сейчас я выезжаю на маникюр, буду делать что-нибудь такое прикольное, поменяю форму, сделаю ногти еще длиннее, и все это время буду смотреть сериал, поэтому время пролетит максимально незаметно, потому что, когда я смотрю сериалы, одна секунда для меня — это как одна миллисекунда. Вот такая у нас тут атмосфера, ребятки. Я включила сериал «Мой мастер». Юлечка моя любимая, которая готовится к отпуску. Вот. И американо. Вот, ребятки, мы нарастили и выпилили первую руку. Сейчас будем работать над второй. Она выглядит вот так вот. Не очень, конечно, красиво, но это нужно исправлять. Сейчас все будет сделано. Вот такие вот две красивые ручки получились. Сейчас будем покрывать. Я хочу сделать что-то вот в этом стиле. Думаю, получится неплохо. Ой, ребятки, я не знаю. Я на себя не похожа. Представляете, я впервые, наверное, за месяца 4 накрасилась. Настолько моя жизнь меняется. Я вам еще не показала ногти. Сейчас покажу. Я уже очутилась дома. Буквально через час придет Полина. Я решила ее пранкануть снять этот пранк на канал. Не знаю, вышло ли это видео или нет, но я очень надеюсь, что да, или выйдет после этого ролика. Все, теперь я крашусь из-за того, что реснички у меня теперь больше не нарощенные. Тональный крем я не использовала, контуринг тоже, просто накрасила глаза и нарисовала стрелки. Стрелки нарисовала со второго раза, потому что я уже разучилась это делать. Ну что ж, показываю ногти. Вот такая вот красота получилась. Broken heart, разбитое сердце. Вы просто в этот момент с Русом немножечко поссорились, я решила немного подраматизировать, но сейчас уже все хорошо. А вот такая вот у меня ручка красивенькая. И вторая рука. И она выглядит вот так. Bad Bunny и зайчик. Какая рука вам нравится больше, обязательно напишите ниже в комментариях. Но это нечто. Мне очень нравится этот маникюр. Кстати, ногти подлиннее прошлых. Так, я сейчас буду снимать пранк. Пранковать я, кстати, Полину буду говорить, что я залезла в ее телефон, и теперь я все знаю. А вот что я знаю, пока неизвестно. В общем, желайте мне удачи. Ну что, только посмотрите на мой прекрасный носик с ровненькой перегородкой. А прошло буквально двое суток. Нос еще отекший, будет отекший около месяца. Я уже съездила, сняла эту долбанную штуку, которая у меня была на носу. И также мне из носа, блин, достали вот такие вот пластмассовые плоские штучки, которые не давали мне нормально дышать. И вы не представляете, как себя я сейчас хорошо чувствую. Я очень искренне хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы досмотрели этот влог до самого конца. Я показала вам чуточку своей жизни и обязательно буду выкладывать дальше влоги на свой канал, если вы поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. Так что обязательно нажимайте на красную кнопочку, подписывайтесь, а я с вами прощаюсь и говорю еще раз огромное спасибо. С вами была Карина Аракелян. Заценивайте мой красивенький носик. Еще и в моем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь и на него. И всем пока-пока.